В управлении МВД России по Ленинскому городскому округу прошло оперативное совещание, в ходе которого были подведены итоги работы за 2021 год. Помимо личного состава, у МВД на совещании присутствовал заместитель главы администрации Ленинского округа Эдуард Арадушкин, в ведении которого находятся вопросы территориальной и общественной безопасности. Обращаясь к полицейским с приветственным словом, он высоко оценил работу правоохранителей по итогам прошедшего года. Наше с вами взаимодействие, по моему мнению, оно, ну скажем так, безупречно. И хотел бы в этой части высказать вам свою благодарность и от лица Алексея Петровича Спасского сказать большое спасибо за ту работу, которую вы совместно с администрацией проделываете. А работа – это безопасность наших жителей в широком формате этого слова. Спасибо вам большое. Началось совещание с награждения сотрудников УМВД, достигших высоких результатов в работе и за успешное выполнение задач повышенной сложности. Им вручили благодарственные письма и грамоты главы Ленинского округа. Два сотрудника получили из рук Эдуарда Арадушкина сертификаты на предоставление служебных квартир. Также сотрудникам УМВД были вручены ведомственные награды и подарки. Наши жители написали благодарственное письмо и попросили наградить ряд сотрудников за оперативное реагирование на то преступление, которое было, оперативное раскрытие, возбуждение, ну и, соответственно, до конечного результата осталось чуть-чуть. Поздравляю. Далее правоохранители подвели итоги работы органов внутренних дел за прошлый год и определили задачи по разным направлениям оперативно-служебной деятельности на 2022 год.